Уже несколько дней Инга приезжала в этот район города. Ноги словно сами несли ее к многоэтажному дому, который она часто видела во сне. Сьюзи, давай по-быстрому. Давай. Меня шеф убьет за опоздание. Осторожно. Ну все, я пошел. Олег, подожди. Сусанна Гордеева, 25 лет, домохозяйка. Я прошу, давай наймем няню для Тёмы. Няню? Моя мама одна с двумя детьми легко справлялась. Алексей Гордеев, 33 года, аудитор, муж Сусанны. Ну что ты надулась опять? Олег, тебе совсем меня не жалко? Ну где ты будешь искать эту няню? Ну дам хотя бы объявление около нашего дома. Тёмочка. Ладно, давай ищи, только договоримся, что не очень дорогую, хорошо? Все. Впервые за 15 лет Инга увидела своего бывшего возлюбленного Алексея Гордеева с женой и ребенком. И решила, что настало время действовать. Алло. Алло, Лен, привет. Инга Липкина, 33 года, сотрудник архива. Ты мне можешь дать свой паспорт на пару дней? Вопрос жизни и смерти. Спасибо. Пока. На первом курсе института у меня был роман с Алексеем Гордеевым. Я называла его Аликом. Роман был бурный и закончился разрывом. Это было 15 лет назад. Скажите, Инга, а сейчас вы замужем? А что, собственно, вас заставило спустя столько лет вспомнить о своей старой любви? Я не замужем, никогда не была. Алик был моей первой, как показало время, единственной любовью. Все эти годы он снился мне, понимаете? А наяву вы с ним встречались? Нет, он куда-то уехал. Но вот недавно мы с моей коллегой Леной Загорской допоздна работали. Мне нужно было найти сведения об одной аудиторской конторе. Ну все. Инга, давай, заканчивай работу, домой пора. Елена Загорская, 30 лет, сотрудник архива, подруга Инги. Сейчас. Надо же, у них работает Алексей Николаевич Гордеев. Это еще что за птица? Также звали моего однокурсника, в которого я была по уши влюблена. Ты знаешь, сколько на свете Гордеевых? Не может быть. Алик. Ленка. Это он. Это он, посмотри. Вот он, мой Алик. Понимаете, это трудно объяснить. Все эти годы мне снится повторяющийся сон. Я иду к дому Алика на незнакомой улице. Ищу его квартиру. А недавно я узнала адрес Алика и увидела дом, в котором он живет. Это был дом из моего сна, понимаете? Выходит, ваш сон сбылся? Да, сбылся, но не до конца. Мне снилась квартира Алика, там происходило что-то странное, и это не дает мне покоя. Мне необходимо попасть в эту квартиру. А еще я недавно узнала, что Сусанна, жена Алика, ищет няню для ребенка. Хорошо. Допустим, что все будет так, как в вашем сне. Что вы будете делать дальше? Вам не кажется, что в борьбе за свою старую любовь не все средства хороши? Вы ведь говорите, что вы любите Алика. И стало быть, от большой любви вы будете разрушать его семью. Подумайте, нужно ли это Алику и его жене? Вам это нужно ли? Инга все-таки не смогла преодолеть искушение и на следующий день, одолжив паспорт у своей подруги, пришла на встречу с Сусанной. Доброе утро. А, вы Елена? Да. Вы звонили, да? Проходите, пожалуйста. Закрой. А как вас по отчеству? По отчеству? Ну зачем по отчеству? Просто Лена. Ну Лена так Лена. Пойдемте, я вам покажу детскую и познакомлю с маленьким.
Инге так часто снилась квартира Алика, что сейчас ей даже не верилось, что она попала сюда наяву. Вы извините, у нас не прибрано, я хозяйка никакая. Какой может быть порядок, когда в квартире маленький ребенок? Вот, познакомьтесь, это Тёма. Артём Гордеев, 2 года, сын Алексея и Сусанны. Тёмочка, привет. Ты что здесь делаешь? Вы ему понравились. Он мне тоже. С завтрашнего дня можете приступать к работе. Хорошо. Тёма, пока. Пока. Пока, мой хороший. Сейчас приду. Лен, вы только не обижайтесь, я ваши паспортные данные выписала на всякий случай, ладно? Ну, конечно, конечно, ничего. Ну, значит, мы договорились. К радости обеих женщин малыш принял Ингу, и Сусанна тут же согласилась взять ее на работу. Инга второй день работала у Гордеевых и уже немного привыкла к роли няни, но с Аликом пока не виделась. Сюзи, где опять мои тапки? Здравствуйте, а где Сусанна? Здрасте. Здрасте. А вы, собственно, кто? А я... это... няня. Няня? Быстро же она подсуетилась. Ну что ж, let it be. Что? Что сделано, то сделано. Так где же она? Сусанна? Опять ужина нет. А кашки не хотите? Явилась. Ну что, все нормально? Конечно, мы поспали, погуляли. Сейчас будем есть. Я так волновалась. Теперь у нас как в лучших домах Лондона. Семья со своей Мэри Поппинс. А ужина как не было, так и нет. Алик, ну хватит, а. Хватит прикалываться. Лучше помоги мне пакеты взять. Я еду купила, сейчас будет ужин. А я пойду уложу малыша спать. Лен, спасибо большое. Вы идите домой. Я сама справлюсь. Ладно? Спасибо большое. Кстати, вы познакомились? Лена, Алик. Очень приятно. Ну и как тебе наша новая няня? Сюзи, если честно, ну ты и выбрала. Но она какая-то забитая тетка. Тёме понравилась она. Ингу больно ранили слова Алика. Уходя, она дала себе слово, что больше не вернется в этот дом. До свидания. Но на следующий день Инга взяла отпуск за свой счет и опять пришла нянчить ребенка мужчины, которого она любила. Опа! Ну вот! Ну вот мы и пришли! Да, мой хороший? Да. Желание хоть иногда видеть Алика побуждало Ингу целыми днями заниматься его ребенком. И, к своему удивлению, Инга поняла, что заботы о малыше доставляли ей удовольствие. Ну ладно, я ванну, дальше сами. Вот так. Ну что, погуляли? Как он себя вел? Хорошо. Сюзи, да? Елки-палки, как мне надоел этот бардак. Кругом вещи по квартире валяются, в ванной вечно это грязное шматье. Это не шматье, это вещи твоего ребенка. Инга видела, что в семье Гордеевых не все ладно. Она с внутренним удовлетворением наблюдала за размолвками супругов. Господи, как же я устала. Ингу удивляла изнеженная Сусанна. Жена Алика не перегружала себя работой, но все равно жаловалась на усталость. Зачем я согласилась поехать на этот день рождения? Сюзи, давай одевайся. Хватит валяться, мы опаздываем. Когда Алекс с Сусанной уехали, Инга решила немного прибрать в квартире. Алекс, что случилось? А где Сусанна? Сусанна треплется с подружками в кафе. Мне просто стало банально с ними скучно. И поэтому под благовидным предлогом я взял и смылся.
Какие у тебя красивые волосы. Ну, здравствуй, Инга. Инга Липкина искала информацию об одной аудиторской конторе и увидела в интернете фотографию Алексея Гордеева, с которым у нее был бурный роман 15 лет назад. Узнав его адрес, Инга отыскала дом, в котором жил Алексей со своей женой Сусанной и маленьким сыном. Она случайно узнала, что Сусанна ищет няню для ребенка. Инга представилась Еленой Загорской, изменив внешность и взяв паспорт подруги. Малыш принял ее, и Сусанна с радостью взяла Ингу на работу. После первой встречи с Алексеем Инга решила никогда больше не приходить в этот дом, но на следующий день снова появилась здесь. Инга наблюдала частые ссоры супругов. Жена Алексея, Сусанна, казалась Инге изнеженной, избалованной женщиной, с которой он несчастлив. Инга решила бороться за свою любовь. Алексей узнал Ингу и, оставшись с ней наедине, сказал об этом. Знаете, а я все-таки попала в квартиру Алика. Ну что ж, только остается позавидовать вашей настойчивости. И каков же результат вашего визита? Он узнал вас? Глупо было рассчитывать на то, что не узнает. Ведь он такой проницательный. К чему нужен был вообще весь этот маскарад? Я ведь практически сразу тебя узнал. Хоть и прошло так много лет. Я так и не смогла забыть тебя, Алик. Случайно все получилось. Случайно нашла твой адрес, узнала, что Сюзи ищет няню. Очень захотелось побыть рядом с тобой. Глупо, конечно. Ну, а может быть, это судьба? Все вернулось. Он опять любит меня. Я понимаю. И теперь вы намерены соперничать с его женой? Но он с ней несчастлив. Алик, ты не знаешь, где у вас нитки? Кофточку зашить надо, а Сусанну будить не хочется. Да ладно, не суетись. Новую куплю. Широко живешь. А то. Даже вон свою Мэри Поппинс имеем. Алик, ты не изменился. Так может быть, это и к лучшему. Знаешь, иногда думаю, почему у нас тогда с тобой ничего не получилось? Хочется взять, зачеркнуть всю жизнь, попробовать начать все сначала. А Сусанна? Ну что Сусанна? Что Сусанна? Сусанна плохая хозяйка и плохая жена. А вот ты проснулась ни свет ни заря, пришла, приготовила нам завтрак, а она там спит, все еще дрыхнет. Вы понимаете, что происходит в квартире Алика? Это не сон, а реальная жизнь. И ваши поступки будут влиять на судьбу реальных людей, малыша и Сусанны. Назад дороги нет. Я словно не жила все эти годы без любви, без Алика. Я буду бороться за него. Инга, вы знаете такую фразу? На чужом несчастье счастья не построишь. Мне кажется, что это как раз про вашу ситуацию. Во всяком случае, здесь нет места любви. Может быть, вы и правы. Но я без него уже жить не смогу. Сусанна разболелась. Она постоянно кашляла, жаловалась на слабость. По-человечески Инге было жаль эту беспомощную женщину. Сусанна, сделайте флюорографию. Вдруг у вас воспаление легких? Лена, я как представлю, что надо тащиться по этому холоду, сидеть в этих очередях. Надо сделать над собой усилие. Ведь у вас маленький ребенок. Вы правы, Лен, надо идти. Я чувствовала такую же слабость на первых неделях беременности. А может, и сейчас? Да нет, что вы. Мы с Аликом уже давно не спим. Сначала он психовал, а потом привык. Ну все, надо идти. В душе Инга понимала, что ведет себя подло по отношению к Сусанне. Но страстная любовь к Алику заглушала в ней укоры совести. Она с нетерпением ждала ухода его жены. Леночка, слушай, а ты не знаешь, где мой Дадыр книжка? Я Тёме хочу почитать. В детской на подоконнике лежит. А, на подоконнике. Спасибо.
Алик, не надо, я так не могу, там твоя жена. Она мне не жена. Ты моя жена. Выходи за меня замуж. Ты серьезно? Ну что, действительно, давай поженимся. Я даже не могла мечтать об этом. Это просто какой-то сон. Вся наша жизнь – это сон. Алло? Нет, это не Сусанна. Позвать ее? Сусанна! Из поликлиники звонят. Сусанна! Это тебя. Спасибо. Алло? Да, я Гордеева. Что? Не может быть, подождите. Сюзи, что случилось? Мне сказали, что у меня затемнение в легких. Нужно срочно ехать в больницу. Да, ку-ку. Что ты сразу ку-ку? Не волнуйся, все будет хорошо. Что делать с Тёмой, а? Ему нужен присмотр. Алик, может быть, попросить маму твою, чтобы приехала? Сюзи, я могу, конечно, позвонить маме, но ты понимаешь, это не так все просто. У мамы и кафедра, и студенты. Сусанна, не волнуйся. Я перееду на время к вам в квартиру и буду с малышом и днем, и ночью. Спасибо, Лен. Спасибо. Берегите, ладно, Тёму? В этот момент Инга поняла, что Сусанна считает ее близким человеком и полностью доверяет ей. Инга! Инга проводила Сусанну в больницу. В тот же вечер Сусанна позвонила домой. Привет. Как ты? Сусанна просила привезти ей в больницу кое-какие вещи. Потом она вдруг заплакала, и Инге стало ее невыносимо жаль. Малыш спит уже. Не плачь. Алик, я завтра соберу вещи для Сусанны. Ты отвези ей в больницу. Ее надо поддержать, она рыдает. Вбила себе в голову, что умрет. Инга, я завтра не могу. У меня очень серьезное совещание на фирме. Алик, ну ты же ее муж, а я кто? Инга, ну я же сказал, я завтра не могу. Инга удивляла полное равнодушие Алика к состоянию здоровья Сусанны. На ее взгляд, это было просто не по-человечески. Господи, ну откуда у тебя такой молодой могла взяться эта болячка? Я не знаю. Мне кажется, что я просто надорвалась. У меня роды были тяжелые, я потеряла много крови. Вот потом Тёма не высыпался, плакал по ночам. А твой муж, он тебе не помогал? Алик? Алик даже ни разу к ребенку не встал ночью. Все обвинял меня в том, что он не высыпается из-за его крика. Неужели это все? Боже мой. Да кто тебе сказал, что ты умрешь? Что тебе врач говорит? Говорит, что это не злокачественный саркоидоз. Ну, вот видишь. Знаешь, я вчера легла в кровати и думаю, хорошо бы проснуться бы завтра. И нет этой больницы, этих печальных лиц, этого страшного томографа. Я тебе уверяю, так и будет. Ты поправишься обязательно. Когда-нибудь ты вспомнишь это как дурной сон. Я буду молиться за тебя. Инга Липкина случайно увидела в интернете фотографию Алексея Гордеева, с которым у нее был бурный роман 15 лет назад. Узнав его адрес, Инга отыскала дом, в котором жил Алексей со своей женой Сусанной и маленьким сыном. Она случайно узнала, что Сусанна ищет няню для ребенка. Инга представилась Еленой Загорской, изменив внешность и взяв паспорт подруги. Малыш принял ее, и Сусанна с радостью взяла Ингу на работу. Инге показалось, что Алик несчастлив со своей изнеженной, избалованной женой Сусанной. Она решила бороться за свою любовь. Алик узнал Ингу. Между ними снова вспыхнул роман. Алик предложил Инге выйти за него замуж. Но тут тяжело заболела Сусанна и оказалась в больнице. Алик не проявлял внимания ни к Сусанне, ни к ребенку. Каждый вечер выпивал. Инга разочаровалась в нем. Она заботилась о малыше и, жалея Сусанну, навещала ее. Понимаете, жена Алика мне казалась ленивой, избалованной девочкой.
А на самом деле она просто обессилела от болезни. Она сейчас обследуется в больнице. Она, бедняжка, перенесла несколько тяжелых процедур. Перед одной из таких процедур я приехала в больницу с малышом. Ну вот, вот твоя мама. Ну что такое? Не плачь. Сусанна, как? Да все хорошо, нормально. Ну, Тёмочка. Не плачь, маленький. Вера Степановна Коробова, 53 года, старшая медсестра. Не плачь, хороший. Маме надо выздоравливать, а ты ее расстраиваешь. Кому ты, кроме мамы, будешь нужен? Там, в больнице, я поняла, как я виновата перед Сусанной и ее ребенком. А как вел себя все это время Алик? Как последний слабак и предатель. Он только один раз приехал к Сусане в больницу, побыл минут 5 и уехал, сославшись на дела. Он и с ребенком не занимался все это время? Очень мало. Он каждый вечер напивался где-то, приходил домой и заваливался спать. Как я понимаю, любовь к Алику прошла. Он вам теперь противен. Чем я сейчас могу вам помочь? Понимаете, Борис Ефимович, моя поддержка очень нужна Сусане. Но я и должна все рассказать о себе. Или не стоит? Но мне кажется, что Сусанне сейчас не время выслушивать вашу исповедь. Все это можно будет сделать, но со временем. Ну, те же меня. Как ты можешь приставать ко мне? Когда твоя жена на грани жизни и смерти. И что? Что мне теперь? Не в гроб ложиться. Какой же ты урод и подлец! Ну что? Что за выражение? Пусти меня, ребенок плачет! Он всегда плачет в самый неподходящий момент. Кто там? Алло. А, мама? Дама, привет. Нет, все хорошо. Когда? Да, я обязательно тебя встречу. Пока. Ну вот и все. Мама приезжает. Ну и слава богу. Теперь есть кому позаботиться о малыше. Инга, куда ты? Пойду попрощаюсь с малышом. Постой! Инге хотелось как можно скорее уйти из этого дома и никогда больше не видеть теперь ненавистного ей Алика. Сюзанна, ты сбежала из больницы? Меня выписали. Я выздоровела. Так не бывает. Бывает. Произошло чудо. Сюзи, а что ты здесь делаешь? Почему ты не в больнице? Ну не век же мне там лежать, Алик. Я здорова. Так неожиданно. Вот такая странная эта болезнь, саркоидоз. Ни с того ни с сего начинается и так же внезапно может пройти. Снимок сделали, а легкие чистые. Ну хорошо, и моя мама вечером приезжает. Да, и теперь мои услуги больше не понадобятся. Как же так? Может быть, мы все-таки поднимемся, отметим мое выздоровление? Действительно. Лен, давайте поднимемся, у меня отличный коньяк. Вы идите, а мне домой надо, дел много накопилось. Значит, мы потом встретимся? Я тебе позвоню? Нет, Сусанна, не встретимся. Я уезжаю в другой город. Навсегда. Будь счастлива. Как же так? Не стой на холоде. Иди домой, там тебя малыш ждет. Прощай. Человек, который живет в прошлом, в сегодняшнем дне упускает многое. Ведь тот, которого он любит, живет только в его воспоминаниях. Так было и у Инги. Живя прежней любовью, она так и не создала свою семью. Кроме того, она едва не разрушила чужую. И лишь вернувшись в реальность сегодняшнего дня, Инга смогла осознать свои отношения с Аликом, да и вообще изменить свое отношение к жизненным ценностям. Пусть воспоминания остаются воспоминаниями, но нужно жить в реальности.